Куда пошла спускаться, Ляля? Нельзя туда, поднимайся. Вот любопытная. Уточки кормятся. Ручеек никогда не замерзает зимой. В любую температуру. Родник, потому что у него плюс 4 вода. И все время вот так. Морозы, не морозы. Течет. Спать долгое в Иркутске называется. До революции здесь отдыхали. Приезжали с самоварами. На лошадях, на повозках. И отдыхали в выходные дни. Люди летом проводили время. А сейчас вот так. Жалкий остаточек, но все-таки...